Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Тайна НЛО. Как вы думаете, почему НЛО оставляют иногда какие-то необычные знаки? Вы сами уже видели много. Но самое то, что эти знаки дают знать, что будет в будущем. Вы спросите, про какие знаки? Давайте мы с вами разберем. Не так давно были сделаны три интересных видеосюжета. Вы как раз сейчас их увидите. Но дослушайте до конца. НЛО прилетело за парнем, который снимал их на камеру. Это удивительно, но очень редкостные кадры. И яркий свет начал пугать парня. Два НЛО начали улетать, но третий, который по центру вы увидите, остался. Что за знак решил оставить НЛО, никто понять не мог. Но в другом месте, в Сочах, на Красной Поляне, где-то в лесу, был замечен рядом необычная дорога, которая ведет в горы, был замечен необычный НЛО, и рядом с этим НЛО, можно сказать, проходил инопланетное существо. Конечно, это очень удивительно, потому что мы с вами очень давно видим какие-то необычные кадры. Но самое интересное то, что в швейцарских горах был замечен челнок, где ровно и несколько штук необычных животных было похищено этим НЛО. Вы не поверите, конечно, вам никто не скажет, но посмотрите сами внимательно. На этих кораблях установлены как будто, знаете, отверстия, куда НЛО затаскивают своих животных. Для чего они забирают? Конец Земли или что-то другое надвигается? Но я не знаю. Или надвигается инопланетная раса, которая хочет уничтожить нас. Не знаю, как вы, но досмотрите, я вас не пугаю, а просто даю вам комментарий к этим видеосюжетам. Оставьте лайк, подписку и колокольчик. Ну а то, что я мог вам, дорогие друзья, я вам показываю.
Thank you.